Вот это прокол. Я разбил ему сердце. Thank you.
Иди-ка сюда. Я ему подколол. Да. Что-то напоминает. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Без проблем. О, жуть какая. Взять. Thank you.
говори. На, жри. Держи. Жри. Вика. Люблю я это.
Задача по-прежнему не выполнена. Давай ешь, Дракош. Right.
Яблочко. Опять разбитое сердце. Инфаркт. Еще. Да какого хера я делаю? Ты спас меня, ура! Thank you.
я у плотины. Ну и махина. У каждого объекта есть генератор. Но без плотины Слоуну не развернуться на всю мощность. Тогда разнесем эту хрень. Отлично. Высылаю координаты места, где полно Си-4000. Без воды система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача — найти Си-4000. Я готов взорвать эту штуку. Как в Квебеке, когда вы спасли мою группу, вызвав перегрев реакторов гидроэлектростанции. Я плохо помню, что было до ранения. Детство, родители, вторая вьетнамская. Прости. Удачи, Рекс. Надеюсь, ты снова нас спасешь. Задача. Взорвать плотину, установив Си-4000 в уязвимые места. Обнаружены робопсы. Осторожно, от их нюха не скрыться. Используйте Дайс, чтобы отвлечь внимание робопсов. Еще один сгорел на работе. Thank you.
Вот это я понимаю. Да. Это за тебя, Спайдер. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Разнесем тут все. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Нужен огнеметчик. И его бак с горючим тоже при нем. И грянул гром. Люблю я это. Присылайте врача, я и его убью. Извини, но мне это нужно. Время дробовика. Задача выполнена. С-4000 на месте. Перед взрывом отойдите в безопасную зону. Оторвемся. Надеюсь, новая С-4000 не хуже старой С-400. Нет, хуже. Док, эти бомбы не сработали. Тогда найди на дамбе одного из инженеров. Там были гражданские. Но... Я знаю одного. Он поможет с диверсией. Вот. Найдите его по прибору слежения. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Внимание! Сегодня в кафе состоится пикантный вечер. Всему составу группы... Обожаю животных.
вложу в работу все сердце. Сердце не болит. Нужно быстро убить сотню-другую коммунистов? Чего ждать? Разрядите террор 4000 по их красным задницам! О, да, детка. Я искал тебя всю жизнь. Противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Внимание! Осуществлена новая поставка взрывоопасных красных точек. Всему личному составу проявлять осторожность и использовать их только в экстренной ситуации. Задача выполнена. Вы сержант Рекскотт? Доктор Дарвис говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим словно связь. Задача – защищать инженера. Подождите, пока не закончите.
Thank you.